Lesson 13. Exercise 57. Барбара уехала в Америку. Андрей писал ей каждую неделю. Он ждал, но Барбара не писала, не звонила. У него был очень грустный вид. Но вчера, когда он писал ей письмо, она позвонила из Вашингтона и сказала, что она получила его первое письмо и уже давно ответила на него. «Ты не получил мое письмо?» — спросила она. «Нет», — ответил он. Ее письмо шло очень долго, 3 недели. Оно пришло сегодня. Conversation. Где вы родились, Андрей? В Одессе. А вы? Я родилась в Нью-Йорке и прожила там 12 лет. Потом мы переехали в Вашингтон. А где вы учились? В Калифорнии. Окончила там университет 3 года назад. Я тоже учился в университете, но не доучился. Почему? Что случилось? Мне просто надоело учиться. Я решил пойти работать. Я хотел зарабатывать деньги. Где же вы работали? Я узнал, что платят очень хорошо на Крайнем Севере, где очень холодно. Я поехал в Якутск работать на стройке. Вам понравилось там? Было очень интересно. В Сибири живут замечательные люди, и природа там великолепная. Exercise 60. Привет, Нина. Что у вас нового? Я купила кошку, или вернее, кота. Вот как? А я думал, что русские не любят животных. Наоборот, у всех моих друзей есть или кошка, или собака. Как вы назвали своего кота? Ливерпуль. Простите, я не понял. Как вы сказали? Я сказала Ливерпуль. Почему вы улыбнулись? Но ведь это смешно. Кто придумал? Ничего смешного здесь нет. Мы его назвали в честь очень красивого кота, который недавно получил первый приз на московской выставке. Джейн обрадуется, когда узнает. Кажется, Ливерпуль — ее родной город. Она узнала вчера, когда она была у меня в гостях. Она его сразу полюбила. Значит, она теперь любит и Ливерпуль, и Ливерпуля. Кстати, о Джейн. Я хотел вас спросить, когда она приехала в Москву? Она приехала 6 месяцев назад. Ей предложили работу в школе. Где она работала в Англии? Она преподавала русский язык в Ливерпуле. Она вернется туда 8-9 недель. Почему она захотела жить и работать в Москве? В Москве интересно. Многие иностранцы очень любят русских людей. Кроме того, Джейн любит русский язык. По-моему, вы ошибаетесь. Я думаю, что в Ливерпуле ей было скучно. Может быть, у нее здесь роман? Что вы! Она девушка очень серьезная. End of lesson 13.